Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию обзор кроссовок Adidas Equipment Support RF. Эти кроссовки являются продолжением легендарной серии Adidas Equipment. Итак. Верх этих кроссовок пошит из различных материалов. Перфорированный текстильный верх дополнен усилениями из нубука по бокам и натуральной замши с фронтальной стороны кроссовок. Характерной особенностью именно этих эквипментов является кожаная вставка на тыльной стороне задника, которая по внешнему виду напоминает кожу рептилии. Язычок с одной стороны полностью соединен с заготовкой, что не позволяет ему сползать в сторону при эксплуатации. Фирменные полоски Adidas выполнены из глянцевого текстиля в виде очень плотных канатов, на которые крепятся пластиковые люверсы, в них продеваются шнурки. Стелька очень легко вынимается для просушки или замены. Она выполнена по технологии Artolite. Основной слой пена с вкраплениями угольной крошки. Сверху это все дело покрыто текстилем. Подошва выполнена по технологии поддержки стопы Torsion System. Подметка здесь резиновая. Конкретно эта модель изготавливается во Вьетнаме. Теперь давайте посмотрим, как эти кроссовки будут смотреться непосредственно на ноге. Это был обзор кроссовок Adidas Equipment Support RF. Если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Большое спасибо за внимание!